Битва на призы спортклуба «Граматон». Дагестанские тэквондисты подвели итоги уходящего года. Республиканский турнир в Махачкале собрал около 250 спортсменов из разных уголков региона. В захватывающих поединках они определили обладателей 70 комплектов наград. Тему продолжит мой коллега Курбан Рагимов. Дети, юноши и юниоры первый турнир на призы клуба «Граматон» решили провести в конце года. Для спортсменов он стал своего рода проверкой сил. Одновременно на трех татами участники показывали все, чему их обучали тренеры. Для детей это как праздник, для тренера это выявление своей работы на показ. Здесь, начиная, здесь ребята, даже которые по полугода ходят, они уже здесь могут выйти, показать, на что они способны, чтобы уже выступить на первенстве Дагестана и отобраться уже. Ну, то есть своего рода проверка сил или экзамен? Да, да, то же самое и для спортсменов, также и для тренеров. Тэквондо входит в программу Олимпиады, поэтому неудивительно, что турниры собирают полный зрительский зал. 9-летний хасавюртовец Каирсултан Замайханов – боец уже опытный. В его активе победа на городском и республиканском уровне. К очередной золотой награде идет пока успешно. Выиграл 2 поединка. Я выиграл много соревнований. У меня медалей 19-20. Сколько из них золотые? 17. Я мечтаю... Хотел бы стать олимпийским чемпионом. На открытии организаторы и почетные гости пожелали участникам удачи и выразили надежду, что соревнования станут для них трамплином в мир большого спорта. Клубу «Граматон» всего лишь год. В команде собраны ведущие тренеры республики. Среди воспитанников уже есть медалисты первенств СКФО и России, участники международных турниров. Цель этого турнира, в первую очередь, это опыт спортивный, соревновательный, опыт для тренеров и судей. Мы развиваем этот вид спорта как в нашем клубе, так и в республике. Клуб СК «Граматон» очень стремительно развивается и к этому прикладывает руку Хазамов Магомед Мусагаджиевич, это президент нашего клуба СК «Граматон». Он также является учредителем строительной компании ООО «Граматон». По итогам поединков первое общекомандное место досталось махачкалинскому клубу «Чемпион» Дюсыша номер 3. Помимо медалей, грамот и призов, самые техничные тэквондисты удостоились денежных премий. По словам организаторов, турнир станет ежегодным и в следующий раз ему планируют придать статус всероссийского. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.